отправил мяч в сетку ворот. Ну, давайте по просьбе Романа Широкова не будем что-то говорить под руку и под ногу бьющему пенальти футболисту. Просто посмотрим. Удар! Гол! Как что произошло и сегодня. Хотя, конечно, по игре Амкар сегодня, ну, пропустили, так что это уже не пятерка, это уже как максимум четверка. И мы видим эмоции не только Деруса, который...